Два раза в сутки наряд инспекторов ДПС заступает на дежурство для патрулирования улиц города и участков федеральной трассы. Рабочая смена начинается с развода и получения ориентировок. В этот раз маршруты несения службы дежурных нарядов – центральная часть города и участок дороги Губкинский-Пурпе. Если заступил на службу с 8 утра, то как в хоккее до последней секунды, до 20:00 нужно отработать. Самый, наверное, напряженный промежуток времени в течение суток – это час и пик все-таки. Старший инспектор ДПС Андрей Леонтьев служит в ГИБДД 6-й год. В полицию пришел сразу после армии. Сейчас получает высшее юридическое образование и карьеру свою связывает только с госавтоинспекцией. Работы здесь хватает всегда, говорит старший лейтенант. Только лишь проверка патрулируемого участка – уже профилактика. Водители, замечая автомобиль ДПС, начинают снижать скорость, правила не нарушают. За несколько лет службы маршруты патрулирования инспекторам знакомы до мелочей, но каждое дежурство проходит по-разному. Каждый день он не бывает одинаковым. Каждый день преподносит свои сюрпризы, свои необычные ситуации. То есть одинаковых ситуаций на работе не бывает. Ну, естественно, из каждой ситуации исчерпываешь для себя какой-то опыт. И хотя, по словам инспекторов, водители в Губкинском более дисциплинированы, чем в больших городах с интенсивным движением, ни одно дежурство не обходится без регистрации нарушений. При этом большинство понимает, что главное на дороге – безопасность. Пьяный за рулем – это смерть на дороге. Каждая встречная машина тоже смерть, так что нужно быть бдительным и аккуратным на дорогах. Ситуации на дорогах случаются разные, и инспектор должен быть готов ко всему. Но без интереса и любви к своей профессии здесь не обойтись. Поэтому случайные люди на этой службе не задерживаются, говорят в ГИБДД. Коллектив губкинских автоинспекторов серьезный и профессиональный. Это отмечают и сами водители. Нормально оцениваю, ребята работают хорошо, смотрят за дорогой, чтобы меньше нарушений было. За прошедшую дежурную смену на участке трассы Губкинский-Пурпе зарегистрировано 21 нарушение. Чаще всего это превышение скорости. Быть внимательными на дорогах и соблюдать правила – главное пожелание инспекторов всем участникам движения. Поменьше нарушать, обучать своих детей правилам дорожного движения, ну и следить за безопасностью. Важность работы сотрудников госавтоинспекции понимают все – и пешеходы, и водители. Поэтому пожелания для них в профессиональный праздник – самые искренние. Ну, без них никуда, конечно. Всего хорошего, самого-самого. Здоровья! Сотрудников таких побольше, чтобы был порядок на дорогах. Дорога не знает покоя. Поэтому ежедневно, в будние праздники, в том числе и в день сотрудников госавтоинспекции, дежурные наряды ДПС всегда на посту. На страже нашей безопасности. Ирина Заикина, Денис Гонцов, новости Губкинского.